Всем привет, всем доброго времени суток, с Игорем на канале. В принципе, тут ветер сегодня большой, но здесь вроде как-то ограничено все по берегами, прикрывает немного. Здесь покрутимся в этих местах, попробуем половить там, что получится, окунь, судачок, не знаю, что будет, если будет. Так, машину все забрали, ничего не оставили. Да, я сейчас закрою ее. Ага. Вот. Сегодня на Игоревой лодке, но взял этот. Взял электромотор, будем продолжать его тестить. Здесь, наверное, в общей сложности километров 5 мы сегодня пройдем. Ну, посмотрим, как он себя поведет. Ничего не могу пока сказать. Пока только положительные эмоции. Пока 2 дня рыбалки. Но я, правда, после 2 дней рыбалки, вот если видите, индикация горит, полностью заряженный. Кстати, я 2 дня катался. Я думал, что вот это синее, это показывает уже разряд. Но это полностью заряженная батарея. Вот это я 2 дня покатался. У меня... Вся эта индикация работала, то есть аккумулятор я практически не разрядил. 2 дня, но малое движение было, мало двигался. Будем пробовать. Ты что, готов? Всегда готов. Вы всегда готов. Слушай, а тут не так дует внизу. Тут можно даже и рыбачить. Кого ждем? Я жду, пока эхолот раздуплится. Вот, видишь? Рыба, вот это похоже на судака. Вот да. Прям под бровкой и дуги. Ну да, с этого кидать. Что-то вытянул? Такой и поклевку даже услышал. Даже поклевка была? Наверное. Или мелкий чупакабрик. Окунек. Ты знаешь, чувствовал поклёв. Ну, может, там ракушняк зашел, он и дернул. Где там ракушка? Вот это в ракушке может он и быть. Слышь, я вообще остановился просто. Просто остановился. Так что, слышишь, это, наверное, судачок. Вау, вау. Смотри, что творит. На щуку? Может и щука быть. Еще и здоровая, наверное. Не, ух, окунидло какой. Вот это окунидло. Над этим не надо. А ну покажи мне его во весь рост. Вот таких окуней половить, да? Офигеть, красавчик, давай. И взял тут, да, недалеко. Что, будем переезжать сейчас туда, да, сразу? Да. К пешеходному. Там окунь, там щука. Там все. Там все есть. Это судака. Поедем. Нам что, у нас время есть. Попробовать. Шарик поставить 2-граммовый хотя бы. Это что, телефон? А? Телефон как звать? Аваруна. Аваруна? Это не видал. А? Я не видал в таком цвете.
И ты давно его покупал или недавно? Нет, года два назад, наверное. Щука? Наверное, там если будет силикон в ней. Не, силикона в ней нету. А у меня срезала, зараза. Ну это может и не она быть. Посмотри, в хавале нет же силикона. Не, она же обычно промазана. Вот. Ты понял? На здоровый силикон. Проводочку. Ага. Я ж проснулся, слышишь, так тутук. И главное, без сопротивления, и уже на тутук нету там тутук. У меня чуть головки я не взял, блядь. Кого? Головки не взял свои, на которые обычно проводку делаю. У меня там мелкие. Вот тебе, ну у меня правда флюр судачиной стоит. Я щучий не ставил здоровый. Все, по забросу и будем валить туда, да. Домой, хватит. Оскомину сбили, жопу поморозили. И... А вот там вот, если вот тут вот вдоль этого берега идти, там негде канавок нету, да? Все, друзья, закончилась рыбалка у меня сегодня. Надо идти до бабули, потому что что-то как-то у меня последнее время... Три рыбалки подряд, одни поклевки и сходы. В этот раз щука обрезала, видели мне приманочку. И Игорь тут же следом ее выдернул. Небольшая щучка. Вот. Ну, сегодня получается опять 2-0. Игореня впереди. Вот. У меня один вот этот срез и больше ничего. Ну, в принципе, все, время провели. Все нормально. Так, это мы закрываем.